Банк развития Республики Беларусь открыл свой филиал в городе Надбугом. Решение подобного расширения штата обосновано. Банк развития взаимодействует в Брестской области со 119 субъектами хозяйствования, обеспечивающими реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных государственными программами, и сопровождает 225 кредитных договоров. Один из крупнейших проектов, который уже реализован на Берестейщине, благодаря такому взаимовыгодному сотрудничеству, первая очередь западного обхода города Надбугом. При этом, как отметил председатель правления Банка развития Сергей Румас, брестские предприятия ответственные кредитоплательщики, и проблемных моментов в процессе работы не возникало. Брестская область является лучшей из областей по качеству обслуживания уже сформированного кредитного портфеля. Несомненно, в этом заслуга есть губернатора, потому что без такой постановки задачи целевой руководством исполнительной вертикали заемщики не будут так добросовестно выполнять свои обязательства. Надеюсь, что с открытием филиала в Брестской области мы не растеряем те хорошие наработки, которые у нас были, и качество обслуживания долга по Брестской области будет на таком высоком уровне. Кроме уже реализуемых в списке крупных проектов на будущий год стоят реконструкция Барановичского ПХБО и рыбоводческого хозяйства «Селец». В рамках указа президента Банк развития также планирует осуществить финансирование инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкое», которое находится в 7 километрах от города Микошевичи. Разработка этого участка позволит обеспечить наращивание объемов выпуска гранитного щебня в Беларуси. Очень большая перспектива еще у нас есть на будущее, потому что уже сейчас идет работа полным ходом по вскрышной работе именно в месторождении Ситницкое по строительству нового завода по производству щебня. Мощности большие, там около 9 миллионов кубических метров в год будет добыча развита и будет создано более 1200 рабочих мест. По словам Сергея Румаса, в ближайшее время планируется также приступить к разработке программы поддержки малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства во многих странах является одной из главных целей подобного рода банков. Для этого просто необходимо иметь филиалы в областях. Расширенная география банка создаст условия для долгосрочных масштабных инвестиционных проектов, а также улучшит работу с клиентами.